Пристегнитесь, вас снимают. Еще 9 камер будут фиксировать водителей без ремней безопасности в областном центре. Это перекрестки Тверского проспекта с улицей Советской, Новоторской, Желябова, а также на Комсомольском проспекте и площади Конституции. Также это пересечение улиц Благоева и Красина, Вакжанова и Маяковского, Волоколамского проспекта и Фадеева, Туполева и Маяковского. Кроме того, они будут отмечать факты выезда за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение дорожной разметки.